«Надоело мне смотреть, и все». Громкая фраза, сказанная однажды Валерием Ивановичем, только лишь словами не ограничилась. Пенсионер взял лопату и пошел. Теперь на дороге поселка Угловое он выходит как на работу. Здесь его знает каждый автомобилист. Уже несколько лет мужчина по собственной инициативе засыпает ямы щебнем и асфальтовой крошкой. Просто, знаешь, почему-то написано, что у нас поселок городского типа. И он должен соответствовать как-то этому городскому. А у нас что-то не получается ничего. Слабые дороги, заброшенные. Повысить уровень жизни поселка пенсионер решил материалами вторичными. Куча щебня, отсева и снятого грейдером грунта он берет на обочинах дорог и на заброшенных стройках. Рабочие вывозить мусор не торопятся, а для Валерия Ивановича, несмотря на то, что вместо одной ноги у него протез, не составляет проблем загрузить материал в собственный универсал. Хоть от помощи старается не отказываться, даже если она только моральная. Некоторые, давай помогу, раз, ну вдвоем-то выкинуть быстрее, правильно? А некоторые проезжают, это тебе, говорит, надо. Я, ну как не надо, ты же едешь. Если б не Валера, вот он то привозит, то самостоятельно разбрасывает. А он все-таки человек у нас больной, так сказать, без ноги, но делает. Вы очень правильно подчеркнули, что надо его фамилию записать, чем-то наградить. А мы, как соседи, всегда мы его как-то, ну, приветствуем, здороваемся, не знаю. Вообще приятный, хороший мужчина. Человек-то он хороший, я его давно знаю. Работящий, и на заводе работал, мама не горюй. Свою работу сделает, и еще женщинам помогал. И анекдоты рассказывал. А теперь анекдоты можно рассказывать про самого Валерия Ивановича. О своем недуге, о ноге он забыл. Уж слишком увлекся травмой собственного поселка. Да, вот это уже яма заделана. Вот, смотри, она не растаскивается, ничего. По инстанциям Валерий Иванович уже давно не ходит. На это ни сил, ни желания не остается. Раньше в местной администрации откликались, по заявке отправляли рабочих. Делать это на постоянной основе накладно. Зачастую инициатива заканчивается вместе с деньгами. Их в местной администрации, как правило, меньше, чем ям на дорогах. Не заканчивается только энтузиазм у Валерия Ивановича. Отдохнуть мужчина себе позволяет только вечером, когда за плечами несколько залеченных дорожных ран. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.